В США объявлен траур в связи с трагедией в Далласе. Государственные флаги приспущены над Белым домом и всеми другими американскими правительственными учреждениями и военными объектами. Барак Обама сократит визит в Испанию и на следующей неделе приедет в Даллас. Из-за трагических событий кандидаты в президенты США Хиллари Клинтон и Дональд Трамп приостановили предвыборные кампании. Когда я стану президентом, прежде всего я соберу правоохранителей и различные общины вместе, чтобы разработать национальные директивы по применению силы полицейскими. Мы четко объясним каждому, когда применение оружия законно, а когда нет. Дональд Трамп сказал, что расовая напряженность в США нарастает, и призвал восстановить закон и порядок. Это жестокое нападение на полицейских, нападение на нашу страну и на наши семьи. Мы должны быть солидарны с правоохранительными органами, и мы должны помнить, что они – защита нашей цивилизации от полного хаоса. Известный американский правозащитник и один из самых влиятельных религиозных лидеров среди афроамериканцев Джесси Джексон резко осудил события в Далласе. Нападение на полицейских было трусливым и безумным актом терроризма. Оно не имеет ничего общего с нашей многолетней борьбой за мир и правосудие для всех. Однако, даже скорбя по доблестным полицейским из Далласа, мы не должны забывать о смысле нашей борьбы, добиться того, чтобы чернокожие не гибли, как это случилось в Луизиане и Миннесоте.